А ми продовжуємо і хто про що, а ми про Євробачення. І от якось всіх дивувало те, що за два дні від офіційного старту продажу квитків 9 тисяч перепусток на різні шоу Євробачення 2017 розмили просто миттєво. Так я вам скажу, що це ще не рекорд. Лише за перший день бронювання номерів в офіційних готелях Євробачення майже половина іноземних делегацій, а саме 21, вже забронювали собі номери. Де житимуть інші та чим загалом планують їх розважати та дивувати, розпитаємо у менеджера по роботі з іноземними делегаціями пісенного конкурсу Євробачення 2017 Святослави Максимчук. Доброго ранку. Отже, Катюша зауважила, що 21 делегація вже, скажімо так, забронювала собі місце у Києві. Чи можемо ми говорити остаточно, скільки ж ми очікуємо все ж таки іноземних делегацій? На самом деле мы ожидаем 43 страны, которые будут участвовать в самом конкурсе. В данный момент, на самом деле, мы уже их ждем. Мы ждем глав делегации с 11 по 14 марта. Они уже приедут в Киев. Это очень важное событие. Всегда за два месяца до самого Евровидения главы делегации приезжают, знакомятся с городом. Мы им отчитываемся о проделанной работе, рассказываем, как все будет происходить. Вот. Это, на самом деле, очень важное событие. Мы уже готовимся с ними познакомиться. Вот. И на данный момент 42 страны подтвердили свое участие в этом мероприятии. Это от каждой страны участника? Да, это приезжает в основном один глава делегации и также представители прессы. Я так понимаю, что от того, как сейчас пройдет вот эта репетиция, буде залежати і те, як, ну, скільки делегатів приїде з тієї чи іншої країни. Чи вже групи визначені? Скільки, яка кількість на самом деле от каждой страны приезжает достаточно большая команда, они сами решают, сколько это человек. На сцене максимум 6 человек, плюс гримеры, то есть у каждого команды, да, свой набор, да, тех людей, которые им надо вот именно на период Евровидения. Поэтому это может быть 10 человек, это может быть 40 человек на самом деле. Мы всех ждем, на самом деле, для подготовили, да, как бы, собственно, задача моего департамента это сделать им максимальный комфорт, чтобы они влюбились в Украину, в Киев и, в общем, не пожалели. Неважно, как пройдет даже конкурс и кто займет первое место, да, но чтобы в Киев они обязательно возвращались еще и еще. Катюша зауважила про официальные готели Евробачення. Какие это готели? Сколько загалом их? И чи вистачить, скажем, 43 делегациям місця, скажем так, цих готелей? Да, безусловно. Сейчас над этим идет серьезная работа. Конечно, мы должны всех поселить и поселить комфортно. Утверждены 12 отелей, это 6 отелей 5 звезд, 5 отелей 4 звезды и 1 отель 3 звезды. Это те, которые официально, где будут поселяться делегации, они, в принципе, сами выбирают категорию и уже отель, который им понравился из этих 12. Власне, коли до нас приходив івент-менеджер пісенного конкурсу Кирил Воронін, він говорив про те, що у делегатів майже не буде часу для того, щоб побачити Київ. Це буде так, подивіться направо, подивіться наліво, і все, поїхали на місце проведення Євробачення. Как, на вашу думку, это будет відбуватися, и что плануете все ж таки показывать в Киеве? На самом деле, то, чем я занимаюсь вообще до Евровидения, и почему мне дали такую ответственную возможность проявить себя и вообще повлиять, да, на то, как запомнят делегаты свой город, потому что я занимаюсь приемом иностранных туристов последние несколько лет. И, вы знаете, очень приятно осознавать и видеть, как люди, приезжающие сюда, не имея никаких знаний про Киев. Да, да, никаких ожиданий, уезжают просто с глазами раскрытыми, яркими и так далее. Мы приготовили им 4 очень интересные экскурсии, разные, для разного возраста. Мы понимаем, что будут, возможно, люди постарше, которым там нужна обзорная экскурсия на автобусе, будут пеши-экскурсия, будет пеши-экскурсия про стрит-арт, потому что Киев назван меккой стрит-арта в прошлом году. Будет вечерняя интересная экскурсия по ночному Киеву с остановками на красивых смотровых площадках. Поэтому мы, скажем так, подготовили такие экскурсии, несмотря на то, кто был уже в Киеве, кто первый раз, кто второй, кто третий, каждого удивим и каждого заинтересуем. Конечно, у них период репетиции начинается уже в конце апреля, они сюда приезжают,
приезжает, и он очень насыщенный. Но мы сделали такое расписание, что у каждого будет комфортная возможность, да, и порепетировать, и подготовиться, и увидеть город. Если пан Кирилл Воронин нас дивиться, то все встигнуть. Не хвилюйтесь. Загалом, чи визначило? От мене цікавить завжди кулінарна частина, гастрономічна частина таких от івентів. Чи визначили вже топ-місць, де що і де куштуватимуть гості нашого міста? Ну, на самом деле... За перепічкою стояти будуть у черзі? От перепічку, так, я хотів запитати, серйозно. Да, ви знаєте, блогери атакують, вони спрашивают, вот напишите топ-міста, где покушаете. Туристи, конечно, перепічку ми теж вспоминаем, просто даже как достопримечательность. На самом деле, тем, как накормить, занимается целый департамент, департамент кейтеринга, моя коллега. И вы знаете, казалось бы, еда, да, но на самом деле мы точно понимаем, что от того, как будут накормлены и будут ли довольны наши артисты, от этого зависит настроение и вообще много, и может их выступление даже. Поэтому, безусловно, вот я краем уха слышу, как коллега обсуждает все эти вопросы, организовывают, поэтому все будут накормлены, сыты и довольны. А що тут, якщо, скажімо так, зробити разом туристичні якісь напрямки та гастрономії, будуть якісь гастрономічні, не знаю, можливо, туристичні походи спеціальні, чи не буде такого? Ну, на самом деле, вот для глав делегации мы подготовили такую насыщенную программу, то есть там будет как работа, так и, конечно, и кофе-паузы, и красивые ужины, и, безусловно, один из ужинов, он будет в традиционном украинском стиле, будут петь музыки украинские, народные песни, конечно, будем танцевать, будем делать глечики с гончаром, то есть, конечно, главная идея – это познакомить их с культурой, с нашими традициями, вот, и чтобы они уехали с такими хорошими эмоциями. Власне, ты знаешь, Дениса, я знову ж таки, от, ти пам'ятаєш мою любов до математики, я завжди 43 делегації, 4 різних екскурсій. Скільки буде екскурсоводів? Да, на самом деле, вот вопрос экскурсоводов, он очень такой щепетильный. Даже гостро так да, да, могу сказать, что так как, опять-таки, занимаюсь этой темой последние несколько лет, даже пришлось открыть школу гидов на английском языке, чтобы, собственно, таких людей готовить. Вот, поэтому... Гиды есть, их будет более 20 англоязычных гидов, которые будут заниматься вот как раз нашими делегациями. Поэтому тоже, опять-таки, в этом направлении ведется работа. Якщо не всі знатимуть англійську, тому що, ну, вона хоч і вважається міжнародною, але все одно, може дехто не розумітиме, про що йдеться. Чи зможуть вони для них перекладати, чи матимуть вони змогу зрозуміти, про що йтиметься? Ви знаєте, на самом деле конкурс міжнародний, в принципі, апріолі всі учасники, які їдуть і участвують в ньому, вони англійським владіють, особливо це всі європейці. Але на самом деле, так, щоб було комфортно, предусматривається за кожною делегацією хостес, який також владіє їх язиком. Тому в этом плане, даже если вдруг кто-то не владеет английским языком, все будет переведено, и они будут себя чувствовать комфортно. Ну, чекатимемо згодом, я думаю, чекатимемо, хотілося б загалом, щоб цьогоріч Євробачення прийшло у нас на дуже високому рівні. Хотілося б показати Європі, що ми все ж таки можемо організовувати такі величезні івенти. Ти знаєш, а мені ще цікаво, ворон наших прекрасных будете демонстрировать? Конечно, у нас один из стрит-артов как раз в дворике, с воронами, поэтому да-да-да, тоже есть программа. Я спокойна. Дякуємо вам, что завітали до нас. Спасибо. Я ж нагадаю про те, де житимуть, що їстимуть та які туристичні принади відвідуватимуть іноземні делегати у травні, нам розповіла менеджер по роботі за іноземними делегаціями пісенного конкурсу Євробачення 2017 Святослава Максимчук.